Но даже в этот труднейший период своей жизни Оскар Строк продолжал творить. И одно из лучших произведений той поры – «Танго в разлуке», которое исполнял Николай Никитский. Ну, а у нас состоится второе рождение этого танго в новой трактовке. Я приглашаю на сцену Ирину Крутову и Александра Касьянова. Все как было, и все не так. Вновь твой быстрый, не слышу шаг. Нынче тоже волна поет, только все же напев не тот. В небе та же плывет луна, вижу даже она грустна. Вдаль гляжу я сквозь синий мрак, все как было и все не так. Все та же тихая аллея с плакучивою пруда, все так же нежно ветер веет, но ты не рядом, как всегда. Уже не тот наш тополь старый и та заветная скамья, сидит теперь другая пара. Где сидели ты и я? В небе та же плывет луна, вижу даже она грустна. Вдаль гляжу я синий мрак, все как было, и все не так. Время – лучший судья. Время все точки расставило над «и». Время выпололо сорняки и оставило нам вечно зеленые мелодии страстного и противоречивого Оскара Строка. И мы еще не говорим этим мелодиям «прощай», мы говорим только «до свидания». До новых встреч в программе «Романтика романса».